Всем привет! Всем привет! Катаемся по Нижнеевкино. Сегодня мы ездим по улице Солнечной. Сосновая. Сосновая. О! Сосновая! Вот такие вот тут есть дома в новом микрорайончике. Микрорайончику, наверное, лет 6. А он так и называется, тетя? Сосновый. Сосновый, да? Коттеджный поселок Сосновый. Кто-то садит цветочки, кто-то вот клубничку мы видели. Уже все заросло практически. У некоторых все заросло. Да. Вон капусты много посажено. А у кого-то просто газон. Кто как хочет. Да. А у кого-то лес. Угу. Нет, слушай, мне кажется, не проданный этот участок, да. Угу. Там потому что все заросло. Этот тоже. А чё, как так? Даже не продали. Так они же дорогие, 3300, не каждый, не идет еще черновая, его же еще надела. Он вообще весь не продан, по-моему. Может быть. Ну вот здесь вот это хорошо, все благоустроено. То есть, прикиньте, даже такие дома есть непроданные. Непроданные. Они просто стоят. Да. В общем, кому интересно, поселок Сосновый, ПГТ Нижнеивкино, 50 километров от Кирова. Вот есть, пожалуйста, можно на дачу себе купить. Не знаю, сколько стоит, можете, я думаю, что есть, да, выложено объявление, вполне возможно, на Авито. Вот этот дом тут, я не знаю, тут тоже они уже пожил и уже некоторые продают. Да? Тут отсюда приезжали. Ну так что, продают ведь везде. Кто-то покупает, конечно, кто-то продает. Да, и это как бы, это нормально. Это же... Еще они даже возле дома не прибрали, хотя бы выкосили. Да, я вот ей говорю, что у вас тут даже есть такое, что не совсем прибрано, убрано. Вот эта половина, посмотри, прибрана? Да, красота, смотри как. Купенки, хосты, да, ландыши. А вон тут тоже не прибрано. Посадили, а не прибрать уже не успели. Вон кто-то просто подсолнухов насадил, и нормально. Красота. Ты и только. Направо, налево. Все, налево. Направо Солнечный. Все, объехали, все. Весь поселок. Все, весь поселок объехали. Ну, это половина, да. Там у нас маленькая половина, здесь много. Ну, слушай, мне кажется, здесь-то даже больше, да? Да, конечно. Если там еще считать... Я-то думала, что у вас там основа-то. Нет, у нас же здесь много. А у вас здесь много, да? Там просто старенькие дома, и вот старые, если... Ну, вот продают участочек. Вот молодой человек-то звонит, ему надо посмотреть в Урсино. Потому что он говорит, что... Проезжаем грязелечебницу. А налево можно доехать до центра? Сюда? Да. Тут я не знаю, возле забора ты проедешь. Может быть, нет, тут, наверное, пешеходная зона, Стас, скорее всего. Мы, наверное, проедем. Не поеду. Тут пешеходная зона. Грязелечебница от областной больницы. А тут можно приехать сюда, если ехать? Нет, даже не знаю. Может, и дверь где-то, может. А да, тут какие-то... Возле дома там выедешь. Возле 10-го дома выедешь. А тут что у нас? Капитальные гаражи. Домик какой-то вон тут. Да там всякие дома. Это мы катаемся по Нижнеивкино. А сюда или, нет, или дальше? Нет, подальше нет. Дальше, да? Тут скоро, да? Не знаю. Тут, может, шофер? А, нет, может, гараж? Я не знаю, гаражи-то областные. А это что за улица? Там будет Октябрьская. Октябрьская. Центральная. Который магазин накрыт. Угу. Выйдем в поселковом. Магазин-то сейчас зайдем? Да, магазин. Вот такие домики здесь, двухэтажные. Ну, это плохой дом, блин, вот самый холодный, самый плохой, старый. Ну, а мы выехали, что, куда мы выехали? Октябрьская. А мы выехали на... Октябрьская. Да где администрация у вас? Да. Администрация и магазины? Тут ряд магазинов, продукты, магазины самообслуживания впрок, да? Телефон.
телефон у кого-то. А, это будильник. Да. Не взяла телефон. Пекарня. Ну это прямо в магазине там они купили. Стас, что сходишь? Понятно. Улица Октябрьская. Так. А вы будем просто будете выступать? Да, конечно. Уже не в один раз. Ну, сейчас проедем тут еще, да, по этой улочке. 34 градуса, видел там на этом? Не видел, не видел. Мигнуло. Вон. Видали, сколько сегодня? Ой. По какой улочке ты хочешь ехать? Не знаю, по какой поедешь? Нет, по Садовой, там пятиэтажка. А ты вот это направо, да? Вот тут магазины, продукты еще. А слушайте, Тин, к вам приезжал ведь здесь вот рыночек вроде бы. Сейчас уже не ездят. Сейчас уже не ездят. Они едут, вот тут стоят. Так рынок, то они там продали кому-то участок. Это что, Садовая? Угу. Ну вот у них тут пятиэтажечка такая вот. По-моему, одна она у вас, одна. Да, тут? Ну, здесь в этой поселке-то там, на курорте-то есть. Угу. На курорте-то есть, ага. Так, вот пятиэтажка, там трехэтажка. Все, большие дома, все. Ну и частный сектор в основном здесь, конечно. Вот этот дом, по-моему, тоже заросший, да? Вон, видишь? Да, да, да. Так вроде пока стоит нормальный, так что не продают? Так он, я не знаю, он сам-то где живет. Мама умерла, так он там. Понятно. А то у нас тоже в Чепецке, в район, ну тут же стояли в частном секторе, так подожгли. Да? Да? Вот и все. У нас вроде пока спокойно. Угу. Вот еще этот переселенцы вот там, двухэтажный. Вот я, этот вот? Ему 3 года. Нет, он не ага. Ну тут домики тоже нормальные домики, хорошенькие, прибранные, чистенькие, да? Вот, переселенцы. Угу. Это да. Из аварийного жилья, нет? Да, да. Ну вот эти частные все переделывают. Ну кто как может. Вот этот, например, мне нравится, красивый какой-то. А вон тут большой, хороший. Угу. Баня-то работает у вас? Нет. Не работает. Нет, не работает. Все-таки. Улица Садовая. Вон совсем бросили, да. А, вот этот, да. Вот когда мы маме покупали, он вообще самый тут хороший у них. Так, видишь, там даже сзади-то так провалилось. Ну, так если не это, ну, так, совсем не ухаживает. Есть такая маленькая подернутая, взяла, уехала в кирку. Вот это строится, но я не знаю, когда достроится. Ну, достроится, наверное, когда-нибудь, да? Достроится. Да. А вот смотри, тут даже забито все ставнями. А, это база отдыха, прокуратура была. А, там база отдыха, ничего себе. А там еще дачный переулок, там несколько дач. Ну, там вдоль вот этой Садовой, там лесу еще дачный переулок. Понятно. Вот этот участок продают. Вот парню не понравился то, что узкий. А, вот этот вот, да? Вот он хотел у меня посмотреть. Вот там. Этот продают за 8 миллионов. Да ты чё? Продают всё-таки. Только у них квартира крылья. Они богатые. Много же богатых сейчас. Угу. Богатых много. Ну, кому понравилось, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну, а мы поедем дальше. Всем пока. Всем добра, всем пока.